Конструкция и принцип работы дифференциального регулятора уровня 100 FLDI. Клапан 100 FLDI отличается простой и надежной конструкцией. В нем отсутствуют оси, подшипники и уплотнения, которые подвергаются износу и коррозии. Данный клапан управляется поплавком, который закрывает клапан, когда вода доходит до максимального уровня, и открывает, когда уровень воды достигает установленного минимума. Клапан устанавливается на трубопроводе наполнения резервуара. При этом поплавковый кран, который обеспечивает управление клапаном, устанавливается внутри резервуара. Рассмотрим принцип работы клапана 100 FLDI. С помощью поплавка устанавливаются максимальный и минимальный уровни воды в резервуаре. Клапан остается в закрытом положении до момента, пока поплавок не опустится до минимально установленного уровня. Когда уровень воды становится ниже этой отметки, открывается поплавковый кран, который обеспечивает удаление воды из управляющей камеры клапана. Клапан открывается и происходит наполнение резервуара. По мере наполнения резервуара поплавок начинает подниматься и постепенно закрывает поплавковый кран, по которому вода уходила из управляющей камеры. Управляющая камера клапана снова наполняется водой. Клапан начинает закрываться, уменьшая подачу воды в резервуар. Когда поплавок возвращается на прежний уровень, управляющая камера полностью наполняется водой и мембрана закрывает клапан. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.